Всем привет, Сунчан, я нахожусь в игре «Криминальная Россия». Это новая рубрика. Начнем тут миссии проходить, как в игре были. Побежали. Я, кстати, в эту игру уже играл. Бежим. Давай, бежим. Давай. Мы почти прибежали, кстати. Давай. Бегу со всех ног. Давай. О, тут милиционер бегает. Борис, добро пожаловать в нашу банду. За тебя. Твой брат Иван замолвил. Следочка, мы хотим проверить, можно ли тебе доверять. Ага, так мне в больницу надо. Да куда? Не туда. Больница. А ну стоять. Бить буду. Да стой ты, блин. Да ё-моё. Да ля, я его догнать не могу. Да ё-моё, я его догнать не могу. Да ё-моё, да когда же я его догоню? Тыля. Да тыля трус. Боится меня. На. Получай. Ах ты ж, а ты куда? На, получай. На. Да. Моя награда это 25 000. И плюс 5 000. 100. Ну-ка. Привет, Борис. Сегодня ночью в город приехал грузовик с ценным грузом на борту. Угони грузовик и доставь груз в целости. Поехали. Едем. Я знаю, где это. Едем в соседнее село на дискотеку. Надо быть осторожнее. Давай. Ой-ой-ой. Надо быть потихоньку. Целости и сохранности надо. Давай едем.
Давай, ё-моё. А, тут еще и бензин заканчивается. Понятно. Приехали. Поехали. Нужно в целости и сохранности. Переключу-ка я на музыку. Едем, пацаны. Давай. Ё-моё. Давай, едем, едем, едем. Ё-моё. Ой-ой. Ой-ой-ой, надо быть осторожнее. Давай. Надо быть... Надо ехать поаккуратнее, пацаны. Ой-ой-ой, я не так буду быстро ехать. Давай. Да. А, не то. Ладно. Я, наверное, лучше этом остановлю музыку. Ого, 50к. Так, дальше куда? А, в больницу надо. Бежим. Ну, здравствуй, Борис, по кличке Бритва, для тебя есть настоящее задание. Нужно взорвать банкомат, отправляйся в магазин оружия и возьми взрывчатку, когда возьмешь за дело. А, это тут. Магазин оружия. Беру взрывчатку. Ой-ой-ой, кажется, у меня есть 4 минуты. А то иначе она взорвется. Поехали. Едем. Надеюсь, эта машина самая быстрая. А. Едем, пацаны. У меня есть там 3,5 минуты. Едем. Нужно взорвать банкомат. Едем. Ну, я знаю, где это. Едем. В соседнее село. Приехали. Приехали. Побежали. Уже это 130. Ни хрена себе. Жалко, что нельзя тут брать кредиты. Я взял бы. Так. О. Ой. Бежим. Так. Привет, Борис, есть дело. Недавно наш старый карифан вылупился после хатки и тоже хочет
Ладно, поехали. Ой, ну я смогу добраться. Бежим тогда. Бежим со всех ног. Поехали. Так, а мне магазин оружия, ну это... Ну ладно, поехали. Упали. Нормально. Едем, пацаны. Скоро приедем. Так, ладно. Мы уже почти приехали. Ну, как-то мы на изи едем. Приехали. Тут рядом автосалон. Ну-ка, сколько? Ого, ни хрена себе. Уже 210. Так. А дальше я знаю. Сейчас перезапущу. Побежали. Жил я тут, значит, не то жил. Прикол. Бежим, пацаны. Давай бежим. Давай. Давай. Ё-моё. Ё-моё. Так, Борис, к тебе есть одно поручение, от которого зависит успех сделки с казахами. Необходимо припугнуть ментов. Ментов? Ой-ой-ой, пацаны, ну это легко будет. Поехали. Но я не на мотоцикле, я на машине. Поехали. Я, наверное, так поеду. Едем. Побежали. Едем. Едем, пацаны. О, трамвай. Задавить одного мента запросто. Сейчас, погодите. Ой, я знаю куда. Да ну идите в баню. Привет, Борис. Приехали наши друзья с товаром. Придется с Белым и езжайте на сходку с казахами. Ой-ой-ой. Они уже не знают, где я. Поехали. Отключаю музыку. Сейчас все пропадут. Только надо необходимо это незаметно приехать как-то. А то иначе они меня уничтожат. Все, паника закончилась. Ой. Едем.
Проехал тупо на красный свет. Я в детстве в такую игру тоже играл. Сейчас забыли кто-то. А я это как единственный вспомнил эту игру. Приехали. Ну-ка. Боря, ну что ж, ты прямо в этом поедешь на сходку. Заедь в магазин одежды, оденься поприличный. Сразу после этого езжай на месте сбора. Я там буду тебя ждать. Ну ладно. Я знаю, где это. Поехали. Едем. Едем в соседнее село. На дискотеку. Давай едем. Приехали. Я на изи как-то добираюсь. Приехали, побежали. Давай бежим. Ну-ка. Не, я лучше буду так. Мне нравится эта одежда. Бежим. Погодите, сейчас. Побежали. Теперь. Я даже не шевеливаюсь. Ладно. Ну, кстати, мне уже много денег накопил. Нормально. Бежим со всех ног. Бежим. Давай. Ё-моё, давай быстрее. Прибежали. Подстава нас... Нас спасли мусора. Убегайте, сообщи обо всем пахану. Ага. Они пока не знают, где я. Ха, ладно. Прибежали. Точнее, зателепортировались. Ох, Борис, и что нам теперь делать? Точнее, что тебе делать? Ты должен быть заработан товаром на 100 тысяч, но ты все просрал. Теперь ты должен... Ладно, побежали. Здорово, Борька, я слышал, ты задолжал денег пахану. Я теперь ничем помочь не могу. Попробуй съехать в деревню. Миссии. Перейти в деревню. Ага. Деревня Бориса. Побежали. Ауч. На нафиг сбили. И забрал бесплатно денежку.
Так у меня же не 100 тысяч, а это 291, ни хрена себе, сколько у меня денег. О, побегут. О, побегут. Побегу-ка. Ого, ни хрена себе. Передай белому привет. Бежим. Привет, Борис. Ну и попали мы с тобой. Я тут уже обзавился точками, которые... Теперь город Бориса. Ага. Ладно, скоро побежали. Ну вот, можешь, когда захочешь, ты мне больше ничего не должен. Теперь купи квартиру и загляни обязательно в автосалон. В смысле? А где мои это... мои деньги? Погодите. А, ну все понятно. Бежим. Поехали на скорой помощи. Поехали. Давай едем. Давай едем, 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 едем. Скоро приедем. Ой-ой-ой. Так у меня же не хватит денег на квартиру. Едем. Приехали. В смысле? Так это пахан не забирает. Вот пахан. Забрал уже 200 тысяч. Ой, я не туда. Деревня Бориса. Побежали. Вот падла, который этот пахан украл уже мои 200 тысяч. Погодите. Ладно, бежим. Приходи завтра. В смысле завтра? Полиция тут. Ну-ка. Привет, Борис, давно не виделись. В общем, у нас скоро будет интересное задание для этого. Нам нужна быстрая тачка. Найди ее и приедь на ней сюда. Побежали. Бежим со всех ног. Деревня-то прикольная. Ой, я нашел самую быструю тачку. Ладно, бежим. Поехали. Ой-ой-ой, какая она быстрая.
Поехали. Упс, сорян. Давай. Приехал. Держи, бабосики. Ого, ну это нормально. Бежим. Блинчик. Получено 117 рублей. Передай белому привет. В смысле? Ладно. Город Ивана. Ой, город Бориса. Побежали. Я, наверное, на машине поеду. Поехали. Мы почти приехали. Приехали. Ты не купил ракетницу. Блин, надо ракетницу купить. Только сколько она стоит? Давайте посмотрим. Касса. Ракетница. Сколько? Ладно. Короче, ладно, давайте будем на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.